Камрате стартовал новый проект «Поддержка сельского хозяйства и развития сельской местности», финансируемый Европейским Союзом на сумму 6,5 миллионов евро при внедрении программой ООН по развитию и будет реализован в Тараклийском районе и в АТО Гагаузия. В торжестве по открытию проекта приняли участие премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп, посол Евросоюза в Молдове Пирка Тапиола, координатор-резидент ООН Дафина Герчева и руководство автономии. В своем приветственном выступлении Башкан Гагаузии выразила слова благодарности Евросоюзу за оказанную поддержку и заверила, что со стороны исполкома проект получит всемирную поддержку. И Гагаузия, и Тараклийский район являются сельскохозяйственными регионами, и мы всегда знали о том, насколько мало инвестировалось, соответственно, в эту отрасль. И те акценты, которые расставляет сегодняшний проект, позволяют нам предположить, по крайней мере на этом этапе, дай бог, чтобы мы были уже уверены в дальнейшем, запустить все механизмы, поддержать нашего сельского жителя, в этой части поддержать молодежь в сельской местности, у которой будет прекрасная возможность подготовить ряд проектов для открытия своего среднего малого бизнеса в сельской местности. Задача и правительства страны, и задача региональных властей Тараклийского района заключается в создании хороших условий для простого сельского жителя. Посол Евросоюза в Молдове Пирка Тапиола отметил, что он надеется на то, что проект принесет пользу населению, проживающему в сельской местности, что гагаузская автономия станет более тесно сотрудничать с Тараклийским районом, создавая общие проекты, а жители этих населенных пунктов не будут покидать свои дома в поисках работы. Но здесь я тоже, как сказать, очень доверяю на сотрудничество между Гагаузской автономией и Тараклийского района, что один проект может быть какой-то проект, не обязательно разный проект для Гагаузии, разный для Тараклия, можно и сотрудничать. Самое ценное, что есть в Республике Молдова, это земля и люди, отметил премьер-министр Павел Филипп. Поэтому этот проект для нас очень важен, и, возможно, он будет стимулировать сельскую молодежь на открытие рабочих мест. Земля и люди являются, конечно, самое ценное, что есть в Республике Молдова. И мы все об этом знаем. Поэтому и нужно заботиться, в первую очередь, принимая во внимание вот эти наши ценности. И вот почему проект, который мы открываем сегодня, представляется нам чрезвычайно важным. Он дает возможность задействовать человеческий потенциал, который имеет наша страна путем его образования и вовлечения в развитие сообщества, и в то же время стимулировать развитие на местном уровне посредством предоставления поддержки тем, кто хочет открыть свое дело в сельском хозяйстве, а также продвижения проектов по развитию местной инфраструктуры. Какие проблемы существуют в сельской местности, лучше знают руководители этих населенных пунктов. Поэтому только они будут решать, какие им нужны проекты, отметил Анатолий Терзи, руководитель данного проекта. Что нужно сделать в каждом конкретном селе, в каждом конкретной примарии, это не мы решаем. Это решает каждое село, каждая примария, когда соберет все село на общем собрании, на общем сходе. Они вырабатывают определенные стратегии развития, вырабатывают приоритеты, что нужно сделать в первую очередь, создают правильный проект, выходят к нам с этим проектом и на конкурсной основе это все дело проходит. Свои заявления желающие участвовать в данном проекте смогут подавать даже в Камрате, но только тогда, когда откроется офис в нашем городе. А пока такой человек подыскивается, как сообщил руководитель проекта Анатолий Терзи, обращаться с вопросами можно в центральный кишиневский офис.